В Первоуральске стартовала прививочная кампания от клещевого энцефалита для детей. В город уже поступили 2000 доз вакцины. Вакцина предназначена для детей, которые еще ни разу не прививались от клещевого энцефалита. Маленьким первоуральцам в возрасте до 1 года 9 месяцев прививка ставится бесплатно. Последующая вакцинация через год и далее через каждые 3 за счет средств родителей. Записаться на прививку можно у участкового врача. Напомню, вакцинация от клеща не входит в национальный календарь прививок и ставится по желанию. Как говорят специалисты, клещи на Урале начинают проявлять свою активность со сходом снега. По данным медиков, в Первоуральске в прошлом году с укусами насекомых в больницу обратились 306 детей. На прошлой неделе от клещевого энцефалита начали бесплатно прививать первоуральцев старше 60 лет.